Ева. Привет. Привет. Куда мы идем? В школу. В школу? Да. Сегодня праздник? Да. Это как в России 1 сентября, а вот у нас сегодня 26 августа. Первый день, но не учебный в школе, а знакомительный и праздничный. Детки, взрослые почему-то на нашей школе, на территории нашей школы. Вот площадка, вот наша такая школа. Папа подъедет попозже к нам вечером на вечеринку. Можно сказать, в парке все будут кушать, общаться. Евочка, нам сюда. А сейчас мы с Евочкой вдвоем, и еще к нам подружка Нуне приедет, да? Да. Еву поздравить с первым днем. Первым учебным годом. Ты рада? Да. Ну, по машинам на память. Как Ева в школу идет? Красивая такая. У меня два хвостика. Да. Но мы сегодня не взяли ранец, не взяли ничего такого, потому что сегодня нам это все не понадобится. Нам понадобится все это в понедельник, когда будет настоящий учебный день. Уже не праздничные, а просто будни будут. А сейчас не понедельник. А сейчас не понедельник, пятница. Да. И, да, солнце и отпечатки рук детей. Моя дорогая! С первым днем тебя! С первым школьным днем! Молодец! Ну что, Ева? Ты рада? Тебе понравилось? Пойдем сейчас показывать будет территорию нам. Вот такая у нас школа. А здесь смотри, towels. Нравится тебе твоя школа? Да. Да. Классно. Да, это игровая комната, комната отдыха, наверное. Да. Вот тут я играла, вот тут я играла. Вот такие классные комнаты. Ева машет. Это вот стопят. Я думаю, что полотенец используют. Будете ручки мыть часто и вытирать. Такие, так выглядят классные комнаты. Да, долго идем уже по коридорам. Еще один. Кран, да, руки мыть. Это вот мы вот это все покупали. Это вот эти посылки. Вот такие вот можно было заказать за $53, которые вот. Помнишь, Ева? Но мы все купили сами. Это вот кто-то, видимо, заказывал, и сюда пришло все. Это можно было на сайте заказать. И что? А мы, когда стали уже заказывать, написано, не сказано, что у вашей школы уже все. Уже поздно. И я пошла по магазинам судорожно бегать все это покупать. Мне нравится. Очень-очень красиво. Это разные классы. Понимаешь, как это разные классы. Красивые классы. Все, вот тоже. Вот сюда заходим. Да? Наборы для обучения, заказанные по интернету. Наверное, мы одни купили все в магазине. А может, не одни. Ага. Фотографии, видимо, учителя. Это деле не ваш класс, это просто экскурсия. Да. Опять краны, столько кранов, руки. Это тоже какая-то комнатка маленькая. Это прищепки какие-то. Тихая комната, да. Комната отдыха. Да, комната отдыха, где детки приходят и сидят, тихо, учатся.
несколько классных комнат. Большая школа. Еще одна комната для отдыха. А? Нет, мы тут не ходили никогда. Вот еще заказанные наборы. Мы все правильно купили. Вот такие мы купили фломастеры, маркеры. Наушники даже там какие-то. То есть ты смотрела по минуту, что туда входит? Да, они в школе написали список, повесили, что им нужно, чтобы мы купили. И мы пошли с Евой покупать. Тебе дешевле получилось? Или не знаю, потому что в разных чеках и в разное время. Thank you. Thank you. Поэтому мне сложно теперь вычислить. Да, я думаю, что дешевле. Это для здоровья, видишь, health office. Угу. Она типа медкабинета. Конечно, звони. Да, слушай. Слушай, ну мы с нам снова показывают территорию. Вот здесь они будут кушать тоже, наверное. А может, не здесь. В общем, много здесь где покушать. Разные возраста, наверное. Вот здесь вы будете кушать. Все правильно, мама поняла. Вот здесь вы будете кушать. Здесь вся территория для киндергартен. Вот эти вот всякие игрушки, горки. Все вот это вот вся площадка, это для киндергартен, для подготовительного класса. Угу. Туда мячи кидать, эта штука, а? Да-да, сейчас, зайка, у нас еще экскурсия продолжается. Вот здесь для нас вывесили информацию, вот для киндергартен. Помогу. В общем, мы, получается, не у этой учительницы, которая сейчас с нами везде ходит. Хотя она сказала, что я буду вашей учительницей. Странно. Мы... Ой, осторожно. Что такое низкая горка? У тебя будет не эта учительница, а другая учительница. Тиффани. Ее фамилия. Тиффани. Как завтрак у Тиффани прям. Нашли Еву в списках. Трех. Смотри, вот твой класс. Вот 203-й. Классная комната, киндергартен. Вот Евина классная комната. Смотри, ты должна найти свое имя. Да, найди свое имя и садись туда, за этот столик. Вот такая у Евы классная комната. Место. Давай тебе сфотографируем. Видите, тут даже игрушки у Евы. Книжки. Вот такой практически детский сад. Пойдем. Вот такой нам дали конверт. И тут куча всяких бумажек, которые нужно прочитать и еще заполнить. У каждого свой конверт. На каждом рабочем месте, на каждом столе стоял. Ой, лежал такой конверт. И будем дома заполнять до понедельника. Нужно будет в понедельник принести.